Активный поток автомобилей. Машин столько, что в глазах начинает рябить. Но от чуткого взора сотрудников ГИБДД не скрыться. Госавтоинспекция проводит рейд. На симферопольских дорогах ищут нарушителей правил дорожного движения. Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и составлению административных материалов в отношении водителей, управляющих двухколесными транспортными средствами. Наиболее распространенные нарушения – езда без шлема и документов. Недобросовестных водителей предупреждают или составляют протокол. По словам сотрудников, особо опасны пьяные водители. В ходе сегодняшнего рейда таких не нашли. Профилактика продлится еще 6 дней. Следует отметить, что данная категория участников дорожного движения самая незащищенная, поскольку даже при небольшой скорости, при малейшем столкновении это может иметь трагические последствия. За 2 дня инспекторы поймали 7 нарушителей. Их оштрафовали. А с остальными водителями мопедов, сегвеев, гироскутеров и электросамокатов провели профилактические беседы и раздали памятки безопасности. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил. Водителям быть внимательными, смотреть по зеркалам. А за рулем двухколесного транспорта использовать средства пассивной защиты, такие как шлем и экипировка. Марина Соловьева, Эрвин Амиралиев, телеканал «Милет».